Привет всем! Учитывая это непростое время, я решила сделать вам интереснейший курс по восстановлению спины в другом формате. Это и формат записи, и формат наших встреч групповых в Zoom. Курс включает в себя три занятия и три занятия в записи и две встречи в Zoom, где я отвечаю на ваши вопросы и даю вам обратную связь по курсу. Что включает в себя этот курс? Этот курс включает в себя техники, проверенные техники из моей индивидуальной терапии. Проверенные техники из моей практики массажа. Это не физические упражнения на растяжку и тому подобное. Это именно техники простые, понятные, эффективные из области целительства, самомассажа и из области энергетических практик. Для этого вам не нужно знать какие-то определенные вещи. Все будет очень просто и понятно. Что принесет вам еще курс помимо здоровья? Вам этот курс принесет независимость. Почему? Независимость на первом плане от таблеток, от уколов, от бесконечных процедур, диагностики, всевозможных сдач анализов, за которые вы платите довольно-таки большие деньги. Посчитайте, сколько вы уже потратили, так сказать, на эту проблемы. А эта проблема все пухнет и пухнет, требует новых финансов и никуда не отходит. Так вот, этот курс позволяет экономить ваши финансы. Почему? Потому что у вас пропадает зависимость. Как от бесконечных процедур у массажиста, у остеопатов, у терапевтов и всевозможные процедуры и так далее. От уколов, от таблеток, от каких-то других медикаментозных, скажем так, медикаментов и определенного материала. Здесь вам потребуется только ваша концентрация, желание помочь себе, ваши руки и ваша голова. Курс уникальный еще потому, что я там даю определенные целительские техники. Целительские техники, которые помогли уже многим. А еще я даю вам бонус. Бонус, который называется энергетическая работа. Я даю вам определенную энергетическую практику, которую вы можете применять в любой области вашей деятельности. И тем самым даже в это непростое время быть и финансово успешным, и здоровым. Приходите на курс. Жду вас. Курс платный. Стоимость всего лишь 60 евро. До встречи!